Так, всем привет! Сегодня получили очередную посылку с Алиэкспресса, с тайского сайта. Заказывали мы часы-пульсометр. Обошлись они нам в 1730 рублей. Заказывали сразу же после Черной пятницы. Но на данный момент цена у них немножко упала. Они стоят 1600. Так, ну давайте сразу вскроем упаковку. Доставил нам их курьер. Сегодня утром шли где-то они около месяца до юга Красноярского края. Ну, как вы видите, конечно, упаковка. Вот даже какой-то стикер есть. Ладно, посмотрим чуть позже. В упаковке больше ничего нету. Итак. Курьерская служба доставляет ничуть не лучше, чем Почта России. Коробка вся помятая. Надеюсь, что с часами все нормально. Так, имеются две батареечки еще у нас здесь. Какая-то инструкция лежит. Вот такая вот коробка. Фирма DLK Sports. Так, открываем часы. Ну, вот, они даже уже с батарейкой включены. Я так понимаю, это запасные батареечки две идут. Так, откроем. Ну, качество на ощупь, в принципе, ничего. За эти деньги пойдет. До этого пульсометра у меня была Sigma 1209. Но, к сожалению, плохое качество резины, и с ремешком случилось вот такое. То есть он просто рассохся. А ремешки эти в продаже я так и не смог найти. Пришлось заказать другой. Итак, ну в дальнейшем разберемся, что тут и как. Потому что вижу я его в первый раз. Также должен иметься, должен при нем быть нагрудный датчик. Смотрим, все запечатано. Ну, датчик довольно-таки увесистый. По груди, я думаю, он скользить не должен. Также поворотная крышка, чтобы менять батарейку. Часы, как написано, водонепроницаемые до 30 метров. Ну, в принципе, замки. Ну, все зависит от того, какого качества резина вот эта. Может получиться так же, как и с Sigma, что спустя 2 года она просто рассохнется. Потому что занимаемся лыжами, тренируемся на холоде. От этого, видать, она и начинает портиться. Не приспособлена она к таким условиям. Датчик довольно-таки. Конечно, потом я еще померяю, как она комфортно будет. Нет, ну, летом, конечно, скорее всего, будет бегать жарковато. Сильно толстая резинка у него. Вот так вот. Здесь должно быть показан пульс, средний пульс, время, секундомер должен быть. Как написано на сайте, батарейки должно хватить на 12 месяцев. Ну, в дальнейшем посмотрим. Когда разберу, сниму видео полное об его всех функциях, покажу, как он работает. Итак, на этом у меня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях. До новых встреч!